радуйтесь с праздничком! Мудрость, пророчество Исаия на чтение. Так и глаголит Господь, почерпите воду с весельем от источек спасения, и чеши в день он, исповедайтесь Господи, и призовите имя Его, возвестите во языцах славу Его, помяните, як и вознесите имя Его, пойте имя Господне, як и высокое сотвори, возвестите сия по всей земле. Радуйтесь и веселитесь, и живущие в Сионе, яко вознесися святый Израилев посреди Его. И слышимся так в Евангелие. Мир всем. От Марка святого Евангелия чтените. Слава тебе, Господи! Он и все очистительно, мол, присущные Троице действу, Господу помолимся. Боже, даровайте сим благодати, избавление и благословение Адаму, силой и действиями на единстве, так и Духа, Господу помолимся. Боже, сокрушитесь о сатане под ногами нашими вскоре, и разоритесь всякому совету лукавому, движему на ныне. Господу помолимся. Господу помолимся. О, еже не спаслайте Господу Бога благословение Иорданова, и освятите водия. Господу помолимся. О, еже быть и в Одессе, и освящение тару, грехов избавлению, и исцеление души и тела, и на всякую пользу и срядную. Господу помолимся. Господи, о, если быть и в Одессе, скачущий в жизни, Господу помолимся. Господи, о, если явитесь сей отгнанию всякого навета видимых и невидимых враг, Господу помолимся. Господи, о, если услышите Господу Богу глас моления нас грешных, и помилуйте нас, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга,
и весь живот наш Христу Богу предадим. Велись, Господи, и чудно тела Твои, один же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Господи, чудно дела Твои, не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудно дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Боже, Ты утвердилась землю на водах, Ты оградилась и море песком, Ты к отдыханию воздух пролиял еси. Ангельские силы Тебе служат, архангельские лица Тебе кланяются. Многочитие херувими, шестьдесят серафими, око и стоящие облетающие. Страхом неприступной славы Тебе покрываются. Ты бы Бог Сын неописанный, безначально ж несглаголанный. Пришелся на землю зрак раба приимки, подобие человечеством быв. Небо терпелось и владыка, милосердие ради милости Твоя, зреть от дьявола мучима рода человеча. Но пришелся и спаслась нас. Исповедуем благодати, проповедуем милость, не таим благодеяния. Естества наш род освободил, если девственно осветился утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает и явшегося, Ты бы Бог наш на земле явился, если в человеке пожил, если. Ты иорданские струи осветил, если с небеси не спасла бы святаго Твоего духа, и главы там гнездящихся сокрушилась и змеи. Ты, увы, человек, любче царю, перейди и ныне на этим святаго Твоего духа и освети воду сию. Виной грех, Ты еси Бог наш, и же морем освободив от работы фараона Моисеем, род еврейский. Ты еси Бог наш, разразивый камень в пустыне потекоша воды, и потоцы наводнившиеся и жаждущие люди и Твои насытивые. Ты еси Бог наш, и же водой и огнем применивый и Илью Израиля от прелести Валовы. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию духом Твоим святим. Нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси, господина преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Васадского и Дмитровского, сохрани их под кровом Твоим в мире, покори им всякого врага и супостата, даруй им вся, тяжко в соседнее прошение и жизнь вечная. Да и стихиями человеки и ангелы, видими и невидими, славится Ты Пресвятое имя, со Отцем и Своим Духом ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе! Не креститесь из воли вы от Иоанна, нашего ради спасения. Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас. Яко благ и человека любит. На Иордан пришел Спаситель мира. Иоанн возбранял ему, говоря о том, что я недостоин того, чтобы ты разрешил ремень на моей обуви, и мне ли погружать тебя в воды иорданские? Но Господь возбранил ему, сказав о том, что так мы исполним всякую правду. Поэтому мы вспоминаем этот день как крещение Спасителя, а именно его погружение в водах Иордана. Тем самым сбылось и древнее пророчество о том, что Иордан устремит свои воды в обратную сторону. И именно это произошло в этот момент. Мы знаем о том, что Господь тотчас вышел из воды, как тот, кто не имел греха, но исполнял всякую правду, дабы избавить род человеческий. Мы называем этот праздник и просвещением. Мы знаем о том, что Церковь всегда к нему трепетно готовилась, и в этот день люди, готовящиеся к принятию крещения,
они проходили определенное оглашение и были крещаемы в это время. Поэтому мы называем это время, этот праздник и просвещением. Но духовный смысл торжества заключается в том, что мы именуем этот праздник Богоявлением. И об этом мы сегодня слышали в Евангелии, когда Господь выходил из воды, то Дух, яко голубь, сходил на Него, и глас был слышен о том, что Он Сын возлюбленный, в Котором Божье благоволение. Эти миры добра, чтобы не было войны, благодарите больше друг друга. Говорите слова благодарности. Спасибо всем большое за такой труд. Спасибо нашим батюшкам за то, что они служат Господу Богу и служат людям на этой земле. Спасибо, что мы с вами не потеряли веру. Веру в нас, веру в Господа Бога. Всех с праздником, всего самого наилучшего. Как слева мужская раздевалка, они теплые. Наверху у вас... Водичка. На этом мои башни там будут заворачивать.